На протяжении уже где-то 2 лет я полностью потерял интерес к жизни. Абсолютно. То есть я потерял веру в себя, я потерял какой-то стержень, я потерял самого себя, я потерял цель в жизни, она мне стала неинтересна, потому что я понял, что годы уже уходят, и того, чего я хотел бы добиться, 30 лет, да, сейчас я уже этого точно не добьюсь. И от этого мне стало неинтересно жить, просто неинтересно. Поэтому, чтобы найти какие-то силы, какие-то новые, у меня новые рычаги, новые что-то, какую-то поддержку, наверное, что ли. Избавиться от этого тоннельного видения, когда я вижу черноту только впереди и ничего больше. Я надеюсь, что вот этот тренинг поможет мне несколько развести границы вот этого тоннельного видения, увидеть жизнь с другой стороны и по новой начать жить и что-то делать, и обрести себя, в конце концов, найти себя. Это мне необходимо, потому что, уже очень часто появляются мысли о том, что вообще, а стоит ли дальше вообще продолжать жить? Я знаю Тимура, он как-то, приходи, попробуй, послушаешь. Я думаю, почему бы нет, выход надо искать. И сейчас, наверное, может быть, работая вот здесь что-то какую-то, я надеюсь обрести, опять, может быть, найти что-то. Вот тот молодой контингент, который здесь находится, те высказывания, те улыбки, тот смех, они дают зарядку, они меня заряжают. А в моей ситуации сейчас это очень важно. Это мне сейчас просто необходим вот этот позитив. И поэтому я сейчас чувствую вот это, и мне нравится. А как будет, какой будет результат, посмотрим. Потом что-то во мне щелкнуло, что-то поменялось. То ли вот энергетика вот этого коллектива, то ли что-то, какие-то рассказы его, какая-то моя вот эта глыба, которая давила на меня, она разбилась на мелкие кусочки, на мелкие кирпичики, и я понял, что всю глыбу я сдвинуть не мог. А вот эти вот камушки-то я с ними справлюсь элементарно. Вот это произошло, и поэтому прозвучала фраза, значит, жить будем дальше. То есть вот эти вот проблемы, которые на меня давили, они разошлись. Сейчас намечен четкий план действий, хотя он у меня перед этим как-то был, но у меня не было душевных сил, внутреннего подъема, чтобы это каким-то образом сдвинуть. Сейчас он появился, то ли это вот заряд вот этой всей аудитории на меня молодой повлиял, то ли методики, о которых он рассказывал, я не знаю, что, и не хочу сейчас задуматься об этом. Я просто увидел в себе яркие, серьезные перемены и душевный подъем, после которого теперь хочется жить.